Привет, мои любимые. Как я вам и говорила, вон у нас тут крыски. Видите? Их тут не одна и не две, а целое это самое семейство. Что она там пьет? Юлька поставила еду котам. А они там, по-моему, устраивают баню, ванну себе. И едят, я не знаю чего. Их там достаточно-таки много в этом дереве. Я на свою голову показала. В этой тетечке она мне говорит, надо вызвать этих, ну, которые травят. Я говорю, вы что вообще, у меня щенки, у меня собака. Они тут накидают все этой отравы, у меня все помрут. А что ж делать? Я говорю, так что на улице живут, что такого? Везде тут живут, тут все нормально. Короче, я уже это не рада, что сказала ей. Вон они там, видите, вот там бегают. Вон еще одна. Вот она. Еще одна. Ну так вот.